Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами находимся на улице Российская, 313. Это ProTuning, с вами Игорь. Сегодня мы разберем с вами очень один интересный аспект. Это доп. Оборудование для автомобилей, потому что оно включает в себя большой спектр различных услуг, товаров и так далее. И разберемся поподробнее, что можно сделать, чтобы ваш автомобиль стал еще лучше. Термин доп. Оборудование или переоборудование входит в большое количество доработок автомобиля, начиная от изменения фар, головного света автомобиля, установки видеорегистраторов, заканчивая подвижными порогами, доводчиками и так далее. Вот у нас как раз таки живой пример. Сейчас на автомобиле Toyota Land Cruiser 70, кстати, это новая машина, мы устанавливаем такое вот оборудование для оффроуда. То есть мы установили уже железные порожки, чтобы можно было более удобно садиться в автомобиль. Сейчас у нас установлен шноркель здесь, чтобы забор воздуха был сверху, машина могла заезжать в глубокие броды, под воду и так далее. И экспедиционный багажник на верхней части. Плюс у нас стоят еще и бампера спереди, сзади силовые. То есть это также можно отнести к доп. Оборудованию автомобиля. Это одно из введений, одна из доработок на данной машине. Теперь перейдем далее, я покажу, что еще можно сделать с вашей машиной. Следующий автомобиль, на который мы установили доп. Оборудование, это BMW X7. Здесь, как видите, у нас стоят экраны для второго ряда сидений для пассажиров, что справа, что слева, каждый может пользоваться абсолютно как угодно, потому что экраны работают у нас на системе Android, а это значит, что абсолютно любое приложение, которое вам необходимо, вы можете здесь скачать и запустить. Например, YouTube. Мы открываем, смотрим видео в дороге, абсолютно прекрасная на самом деле вещь. И экраны можно установить не только для второго ряда сидений, а и потолочный экран. Это более популярная услуга для компактных минивэнов. То есть, если у вас несколько рядов сидений сзади, и все хотят посмотреть какой-нибудь фильм, включаем, естественно, на потолочном экране любой фильм, сериал, музыку и так далее, и все наслаждаются в долгой поездке просмотром какого-нибудь любимого фильма. Вернемся опять к Toyota Land Cruiser 70-му. Если вы устанавливаете доп. Оборудование для того, чтобы передвигаться по оффроуду, по бездорожью, можно еще одну доработку сделать, не менее важную, это система подкачки колес, которую мы уже делали, в принципе, на недавнем нашем проекте. Это был Dodge Ram TRX, под капот был установлен у нас компрессор, мы на 3D принтере напечатали специальный корпус, который выглядел абсолютно как штатный. И, собственно, с этой системой можно было подкачивать абсолютно все колеса на автомобиле. Тоже очень полезно для машин такого типа. Следующая доработка на примере этого Ford Ranger, на которой будет устанавливаться система кругового обзора автомобиля, потому что машина у нас достаточно немаленькая, габаритная, это очень полезная функция при парковке в труднодоступных местах, где очень ограниченное количество места, и особенно на таких больших машинах, это на самом деле необходимо, чтобы не зацепить другие машины, не повредить их и в первую очередь свою любимую машину. Плюс к круговому обзору сразу хочется упомянуть, что можно установить систему контроля слепых зон. Как с завода ставится на многие автомобили премиум-класса и не только. Также и, допустим, на такую машину можно это установить путем установки специальных сканеров в заднюю часть автомобиля. Они устанавливаются под бампер, то есть их абсолютно никак не видно. И в зеркалах боковых заднего вида можно сделать гравировку. То есть такой же, допустим, там треугольничек, либо машину, которая будет загораться у вас при виде машины сзади. Если эта система ее, собственно, увидит. Тоже очень полезно при движении по дороге, если вдруг вы не видите полностью всего, что происходит сзади, или машина у вас появляется в слепой зоне, чтобы предотвратить ДТП. Если вы являетесь обладателем минивэна, небольшого автобуса, либо высокого автомобиля по типу там, BMW X5, X6, Mercedes GLS и так далее, можно установить выдвижные пороги. Тоже очень удобная функция для тех, кому высоко забираться в салон автомобиля, и плюс ко всему, очень часто мы, когда садимся в машину, пачкаем свои штаны об порог, потому что он постоянно грязный. Ну, естественно, если вы ставите выдвижные пороги, мало того, что более комфортным становится посадка в салон, так вы еще остаетесь всегда чистым. Тоже очень хорошая доработка на любом автомобиле. Доводчики можно установить на ваш автомобиль. Например, это BMW 3 G20. Мы уже устанавливали на нее эту систему. Как раз таки, как можете видеть, дверь у нас сама дотягивается, сама закрывается. Очень удобная функция для абсолютно всех автомобилей. Существует основных два типа доводчиков. Это переделанный штатный замок. Самая, на самом деле, надежная система, проверенная. Именно их мы и ставим на
автомобиле. И вторая система – это так называемые универсальные доводчики. Можно установить, но в крайних случаях. Я крайне бы рекомендовал именно штатные переделанные замки ставить на ваш автомобиль и устанавливать данную систему. Ну, в общем, это прекрасно. Посмотрите, она сама дотягивается. Это элемент люксового автомобиля, который можно поставить практически на любую машину. Ну и в конце хотелось бы упомянуть про системы сигнализации, которые устанавливаются на автомобиле. Тоже очень немаловажная вещь. Во-первых, это непосредственно охранная система автомобиля, чтобы никто в него не проник без вашего ведома. И второе, это то, что мы можем установить сигнализацию, которая будет управляться с телефона из абсолютно любой точки мира. То есть вы можете нажать запуск двигателя, даже если вы находитесь в другом городе, автомобиль заведется при наличии доступа к сети у самой машины. Поэтому тоже очень удобная функция, особенно в зимнее время года, если необходимо машину прогреть, а на улице у нас холод и минусовая температура, это, несомненно, вам поможет. Все это и многое другое можно установить в компании ProTuning. Если вдруг что-то упустили, что-то не сказали в этом видеоролике, обязательно напишите в комментариях, мы это добавим в другие наши видеоролики. Если вдруг вас интересуют еще какие-то темы по поводу доработок автомобиля, не стесняйтесь, тоже пишите все это в комментарии. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и ожидайте выхода новых видеороликов.